Эй, hey, гайс, сегодняшнем мы продолжаем проходить игру под названием Quest Hunter и, скорее всего, в последней серии. Я не знаю, где искать его брата. Я уже летаю, ищу. Ну, в плане, мы с вами летали, искали, и что-то нихера. Где он здесь может быть? У меня только есть шестеренка, все. Шестеренка — это все, что у меня есть. И больше ничего. Здесь больше никаких подсказок нету. Может быть, как-то сюда выйти, я не знаю. Там сундук, типа, и все там закрытая территория. Хотя деревья показывают, что можно. Тут не поспоришь. Кто-то где-то, но где-то что-то. Еще есть, в принципе, три сундука. Похоже на туалетную бумагу с рисунками. А это деревья. Это я не знаю что. Подожди, я не знаю, что это. Вон оно что. Вот именно, что я не знаю, что это. Но там есть что-то. Вот, что спрятано. Интересно, для чего он здесь? Вставить шестеренку. Вот что это, оказывается. Так, вижу на полу ловушки. Хорошо. Ладно, побежали, короче, быстренько, обратненько. По крайней мере, я тут больше ничего такого не вижу, только в основном ловушки. Алло. Ага, понимаю. Ну чё, теперь в путь. 5 яйца. Ну, одни яйца я уже знаю, где есть. Там, где изначально нихера не было. Хотя они могут быть в ящиках этих. Вариант. Ладно, значит, будем искать. Может, тут изначально было, кто знает. Тупое яйцо. Теперь вот тащить хер знает куда. Ну
А вот второе яйцо. А ладно, пока затем схожу. Долго-долго-долго я иду за шариком. Вот это на самом деле очень сильно увеличивает количество для геймплея. Так, хорошо. Ладно, я скорость лучше отставлю на следующую комнату. Это, походу, финал, ребят. Старый скряга? Серьезно? Что ж, ты меня удивил. Как ты нашел мое убежище? Так это ты украл солнце и принцессу? Я говорил с твоим братом. Это ты сбил мой корабль? Ах, мой старый добрый братец. Надо было расправиться с ним еще до... в детстве. Но никаких... Так. Но никак руки не доходили. Так это ты украл солнце? О, да. После перемещения солнца еще оставалось немного энергии, и чтобы зря не пропало, ее надо было куда-то применить. А тут ты мимо летишь. Зрелище с крушением было отменным. Ну а кто же еще? Разве ты видел еще магов в округе? Или мой жезл не натолкнул тебя на мысль о моем могуществе? Зачем ты это сделал? Сначала было интересно попробовать, смогу ли... Могу или нет, а потом как-то засосало. Позднее становилось все больше, амбиции росли, а вот весь мир у моих ног молит о пощаде. Вообще-то нет, всем плевать. Привыкли к темноте и живу дальше. Как? А как же толпы мертвецов и монстров? Ерунда, от них можно справиться или перебить. А смута в королевстве, а пропавшая принцесса? Большинство даже не знает, что она пропала. Как жили, так и жили. Ну все. Ты меня действительно разозлил. Как тебе такое перевоплощение? Готовься к смерти, выскочка. Подожди, подожди, а что мне делать? Подожди, я, короче, понял. Как-то здесь рыцари до хера. Ладно. Топ. Улучшить. Поставить. Сюда семерочка. Двоечка. Меня почти зажали. Так, я прокачать так не могу, но я могу яд вкачать. Поставить, попробовать. Так, теперь мы что делаем? Герой. Так, двоечка. Герой. Скорость. Ставим скорость. Так, теперь динамит использовать.
бросить динамит, использовать, бросить. Так, убегаем. А, так это он запускает огонь. Так, тихо. Использовать. Тихо. Динамит. Использовать. Яблочки собрать. Не, динамита вот много. Динамит использовать. Динамит использовать. Я жду, так сказать, урагана. Так, тихо. Динамит использовать, использовать. Молодец, у него еще хп до хера. Динамит, оп. Тихо. Бля, вот это я тупанул сейчас. Ладно. Пока бегаем по кругу. Так, динамит использовать, бац-бац. Так, лед восстановился, хорошо. Так, хорошо. Динамит использовать. Семерка. Динамит использовать. Так, вращаемся. Так. Окей. Тихо. Динамит использовать. И уходим. Вы видите, у него вообще хп почти не отнимается. Так, герой, яд, прокачать.
Got him. Dim. Все. Ах. Вот теперь ты меня действительно разозлил. Сначала я разделяюсь с тобой, а после... зажарю принцессу на медленном огне. Уха-ха! Нет, спасите! Так, подожди, герой. Двоечка. А, да ладно, здесь эти пошли. Упыри. А как мне с ним сражаться? Нет, спаси меня, тут очень жарко. Принцесса, держите себя в руках, я стараюсь изо всех сил. А что мне с ним делать? Герой, яд. Ё-моё. А, моё новенькое платьенько, оно уже горит. А что, как я его убью? По факту я могу его только этим шаром сносить. Божечки, чё так сложно? Герой, скорость на двоечку. Сначала он такой два раза, потом... И все по новой, да? Не, я все-таки не присоединю к той серии. Отсюда? И... Надеюсь, с фазы там, где он это. Уже это черт. У него все равно фул хп. У него все равно фул хп.
Не боитесь, принцесса, сейчас мы расправимся с ним. Так, герой, ветерок. А не, яд наоборот. Так, давайте. Подожди, а, он уже это, доскакал почти. Так, герой, лед, так, так. Ай, бля, я просрал. Ну я успею выходить. Давайте. Герои, яд. Семерка. Так, в следующем... Ну, хотя бы, слышите... У него хп не восстанавливается. Так, герой. Так. Арх! Ур, урх, арх! Ты победил, но у меня остались силы на последнее колдовство. Защитить принцессу, прыгнуть в укрытие. Ты мой спаситель, я твоя навеки. Пойдем, я отвезу тебя домой, в наше королевство. Нет, на самом деле... О, и солнце появилось. Ну что, если говорить об игре. В принципе, боссы... А есть прикольные. Допустим, взять того босса, как был этот... Гигантский монстр. А, на самом деле, было непонятно, кто вообще босс. Финальный, да? Типа, да, типа, конец, можно сказать, немножко неожиданный. Я удивлен, как вообще солнце, блядь, поместилось в квадрате. А, прикольно, что здесь есть пасхалки, но все равно наедает тот момент, когда на тебя неожиданно нападают, и все происходит однотипно. То есть все одинаково. Есть большая разновидность врагов на каждую локацию, то есть, да, на каждую главу. Глава — это у нас подразделение, так сказать, уровней. Фарма, я уже вам рассказывал, как фармить ключи, что серебряные, что золотые, это довольно легенько. Также можно, наверное, отметить левел дизайн, то есть он не совсем запутанный, но мне не понравилось, как выполнена стилистика заданий. То есть, да, написано, где мне нужно что сделать, однако ты смотришь и ты не понимаешь, о чем мне делать. Да, хорошо, что там хотя бы добавили херню, что можно... прочесть снова диалог, который уже был, чтобы, если вдруг что, немножечко там прочесть. Как я и говорил, здесь еще есть кое-что момент игры. Что значит нести слово? Я просто игры не хочу ливать. Ладно, давайте сделаю таким образом. Я сейчас нажму
Хотя... О, я понял, что это. Короче, нажимаю пока что так, остановить запись, если что, сразу. Так, и я, короче, сразу продолжаю, просто не знаю, что будет, если нажать выход. Смотрите, у нас получится 17 уровень, это, наверное, максимальный уровень для того, чтобы получить все способности. У нас есть вот Hollow Madness. Это как дополнение, как я понимаю. Давайте такой же сделаю образ, который у меня был. А какой у меня был, я уже не помню. Я помню, что у меня был ворон. А прическа у меня была вот такая. И внешность. Я не помню. Такая? У меня цвет тела поменялся. О, не суть. Поехали. Мне интересно, что здесь будет. Это хэллоуинская тематика. Мы сейчас просто посмотрим, что это. И это получается, мы отбивать волны должны, как я вижу. И я это правильно вижу, да? Ну, к примеру. Волна первая. Нифига себе. О! Ого. Я умер. Ну да, походу сюда довольно рано было идти. И замечу, что мы создаем просто нового персонажа. А давайте я вот не буду нажимать на рычаг, да? А я посмотрю вообще, что здесь есть вокруг. А у меня эти еще слетели иконочки. Так, смотрите, здесь, в принципе, можно еду нафармить. Да, автоатакует. Что тут еще есть? Локация, наверное, довольно большая. Вера? Нифига себе, что-то новенькое. Тут какие-то сферы есть. А то я, как понимаю, тыквенный босс. Если я сейчас нападу, он не нападет? Не, все равно того можно легко убить в плане того, что я могу... Когда прокачаю заморозку... А ну-ка проверим. Смотрите, в принципе, его можно далеко отвести и потом напасть. Это то же самое, что у нас был дракончик. В принципе, это то же самое. Убивает он с двух выстрелов. Идет он очень медленно. Поэтому за счет этого я могу сделать вот так. И я даже не удивлюсь, если там очень жесткие предметы.
очень близко. У-ху-ху. Пекломет. Его очень долго будет, можно будет так убивать. Нифига себе. А, я вот эту тыкву же тоже мог купить, в принципе. Когда мне предлагали. Ладно, я думаю, мы с вами посмотрели, что это за режим. Довольно прикольно, надо просто отбиваться от волн. Поэтому, ребят, давайте мы с вами на этом закончим. Тут даже мелкие грибы превратили в тыквы. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. А, да, еще хотел отметить большое количество разнообразия оружия. Оружие, предметов, как внешних, как визуально, да, что они отображаются. Также можно отметить большое количество заданий. Именно дополнительных, да, что есть не только сюжет, но есть и дополнительные задания, которые мы можем выполнять, либо не выполнять. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр. Всем. Ого. Всем. Где тут? Пока-пока. Ладно, подаемся. Всем пока.